Костанае продолжаются работы по благоустройству. В этом году запланирован целый ряд мероприятий. Ремонт дорог, дворов, фонтанов, скверов, замена брусчатки и так далее. Например, в городе продолжают реконструкцию Притобольского парка. В этом году ее должны завершить, несмотря на то, что объем работ стало больше из-за весеннего паводка. Прибавилось работы и на набережной Шагала. Нами активно ведутся работы по восстановлению береговой зоны, пляжа и демонтаж малого моста для предотвращения повторения данной ситуации. Общая сумма договора составляет 794,9 миллионов тенге. В данный момент продолжаются работы по демонтажу пешеходного моста через реку Тобол. Завершение работы планируется до 30 сентября 2024 года. Данные мероприятия направлены на обеспечение беспрепятственного прохождения воды и льда. Алтынбек Кайратулы рассказал и о ремонте дворов в городе. В этом году по плану должны привести в порядок 45 территорий. Договор с подрядчиком заключен до 1 октября. Однако идет он с опережениями, осталось отремонтировать всего 3 двора. На следующий год запланировано отремонтировать еще 44. У нас 75% выполнена работа. Мы идем в некоторых моментах с опережением. У нас срок до 1 октября. Время есть, я 100% уверен, что мы это сделаем. По Баймагомедова у нас сейчас сложная улица есть, у нас мы дойдем до Фролова средним ремонтом, там замена бордюра идет. И с Фролова до Назарбаева у нас выйдет с госэкспертизы проект, и мы на следующий год пойдем в реконструкции, там более 4 миллиардов тенге. Всего в этом году по плану должны отремонтировать 39 улиц в городе. Приступят и к ремонтным работам по улице Сьянова. Реконструкция по улице Сьянова в границах от Рабочей до Гоголя откладывалась уже не первый год. Изначально к ремонтным работам здесь должны были приступить в 2020 году. Однако тогда ЖКХ и подрядчик вступили в судебные тяжбы. Затем договор был разорван. Сейчас конкурсные процедуры были разыграны снова и определился новый подрядчик, который должен приступить к работам уже в ближайшее время. Как отметили в городском акимате, проект этот двухгодичный. В этом году заменят и перенесут инженерные сети. Основные работы проведут уже весной следующего года. По плану тут будет четырехполосная проезжая часть протяженностью 2 километра. Проектом предусмотрена и ливневая канализация, и замена уличного освещения. Напомним, асфальта на этой улице не было никогда. Олжас Исинжигитов, Алия Досмагомбетова, РТН.